Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте Mercedes C43. Итак, ремонт кузова. Владелец уже разобрал машину. Для ремонта у меня есть донорский кусок и другие детальки. Детали можно купить на сайте нашего спонсора. А спонсор этого видео — Srotas24. Здесь можно купить детали на многие машины. Вводим название машины и выбираем детали. Также здесь много деталей и на другие модели. Выбор большой, 15 миллионов БУ и новых деталей. Доставка по всему миру. Ссылка в описании. Итак, установил машину на стапель. Ремонт начинаю с задней части. Сначала вытягиваю.
С вытяжкой я закончил, теперь удавляю поврежденный металл. Поврежденный металл удален, теперь возьму нужные детали с донорского куска. Но сначала я сниму размеры. Отлично, теперь я имею размеры. Теперь рассверлю донорский кусок. Итак, теперь у меня есть детали для замены. Теперь подровняю несколько поврежденных мест на машине. Все дефекты устранены, часть лонжерона я заменю. У меня есть целый кусок. We'll be right back.
время сваривать все детали. Давайте начнем. Устанавливаю крышку багажника и примеряю крылья. Выравниваю места соединений, проверяю зазоры и когда все будет good, привариваю их. Сварочные работы задней части закончены. Теперь подшаманю передок.
Теперь все отлично. Устанавливаю детали переда и затем детали задней части. Моя работа закончена. Эта работа заняла 63 часа. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!